сегодня будем готовить несколько ценнейших продуктов из корня имбиря. Я буду делать гидролат, я буду делать настойку на самогонке, а также буду делать масляную настойку. Для этого я просто измельчаю корень, у меня было вот это 600 грамм, 500 грамм пойдет у меня на гидролат, а остальное пойдет на настойки масляные и спиртовые. Ну, такие маленькие ломтики получаются, тонюсенькие, которые я предварительно еще, наверное, порежу ножом уже. Продолжаем. Для имбирного гидролата я использую фальш дно. На него я выкладываю предварительно нарезанный мелко имбирь. Затем его поместим уже в аппарат. Гидролат нужно делать на дистиллированной воде. Я подготовил 3 литра, которые сейчас помещу в бак. И затем поставлю фальш-дно сверху. Все осталось накрыть крышкой и включить газ. Не прошло 10 минут, закипела вода. И уже первые капли гидролата пошли. Аромат на всю кухню пошел обалденный. Здесь будут собираться, если это получится, у нас эфирные масла и уже бутылка для сбора гидролата. Вы не поверите, амброзия. Итак, в финале я хочу показать вам то, что у меня получилось из корня имбиря. Во-первых, 500 мл имбирного гидролата, который используется в косметологии для увлажнение кожи лица и разглаживание морщин. Второе – это настойка на самогоне, которую я буду использовать в лечебных целях при простудах, потому что имбирь стимулирует иммунитет и его используют как терапевтическое средство. Эту настойку можно использовать как компрессы при растяжении и ушибах. И третье – я получил пряное имбирное масло. Сделал масляную экстракцию на основе подсолнечного сыродавленного масла. Это масло также помогает при болях в суставах, помогает тем, кто хочет похудеть, придает салатам пикантный вкус, и на этом использование данного масла не ограничивается. Подробное описание использования этих средств сделаю ниже данного видео.